Всем привет-привет, меня зовут Владимир, компания «Лидер Нижний Новгород». Смотрите нас на канале «Лидер НН Лайф». И все чаще и чаще просите сравнить 2006 и 2022. Новинка последняя, тоже в МДФ корпусе. 200 Вт по 160 Вт. Давайте сегодня это сделаем. А сравнивать мы их будем на треке от диджея Сева. Ремикс на песню «Монако». А теперь ознакомьтесь с внешним видом. Полные обзоры есть. Если не находите на канале, роликов много. Пишите по номерам телефона Viber, WhatsApp. Скину прямые ссылки. Справа Electronic 2022. Слева 2006. 2022 выше, но уже. 6 динамиков по 8 дюймов. У 2006 4 динамика, но по 12 дюймов. Корпус МДФ у обеих моделей. Управление все сверху. Это 2022. Можно поставить два USB. Есть два входа под проводные микрофоны, два радиомикрофона и пульт дистанционного управления идут в комплекте. По 100 Вт на колонку. Такое управление у 2006. Давно их уже продаем, раньше были 12-12N, теперь 2006 Electronic. Подсветка динамическая, только на громкости работает. Вокруг динамиков синий цвет. Сейчас это тоже продемонстрируем. Все, здесь постоянно подсветка горит. Так выглядят обе системы сзади. У 2022 два фазоинвертера в каждой колонке вертикальные. У 2006 горизонтальные 4 на каждой акустике. Подключение 2022, 5-метровый кабель акустический, 5-метровый кабель световой на подсветку. У 2006 2-метровый акустический кабель, подсветка автоматически по нему и передается. У 2006 телескопическая антенна на FM, у 2022 вот такой шнурочек висит. А теперь я предлагаю трек от диджея Сева Микс, ремикс на песню «Монако». Включить сначала на 2022, затем на 2006. После того, как мы это дело сравним, включим еще лазерные системы, дым-машины. Это все у нас также можно приобрести. Включаем 2022. Yeah.
Ребят, ну что, вот так вот они здорово звучали. Обе пары 2006-2022 от компании Electronic. Что хочу сказать про 2022. Звук у них достойный, хороший, и они лучше впишутся в дом к большому телевизору. То есть они узкие, не такие большие, как 2006. Классная подсветка, более такой бытовой вариант. 2006 это уже ближе к профессиональному, это проводить торжества, мероприятия в кафе. Но в дом их также берут. Чуть пообъемнее звук, именно в плане баса, динамики 12-е, корпус больше, шире, за этого чуть-чуть пообъемнее звучание. Но по громкости, красоте и компактности 2022 выше всяких похвал. Заказать можно по номеру телефона, который всплывает на экране. Работаем мы не только в розницу, работаем также и оптом. Если заинтересовал товар, мы работаем не только с акустикой, а работаем также с аксессуарами, зарядное устройство, что угодно для смартфонов. Также есть свет, дым машины. Если интересно, обязательно обращайтесь. Напишите в комментарии обязательно про трека диджея Сева, который он сделал ремикс на Монако. Как вам понравилось, не понравилось? И на какой бы следующий трек вы хотели бы услышать ремикс? Также можно сделать будет народное голосование. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Владимир. Пока!